Французский сайт, специализирующийся на трансляциях боксерских поединков, покажет бои казахстанских спортсменов, но платно. Один из первых вечеров будет проходить с участием Батыра Джукембаева и Абылайхана Хусаинова в Монреале. Получат ли бойцы деньги за онлайн-эфир? Подробнее в сюжете Юрия Беликова. Профессиональный бокс еще именуют шоу-бизнесом. И не зря, ведь такое зрелище стоит довольно дорого и забирает все лавры далеко не спортсмены. Зарабатывают все боксеры, промоутеры, менеджеры. Промоутеры, организаторы поединков и ведущие боксеров, вот как бы, они даже довольно-таки скрытые миллиардеры. То есть они вкладывают огроменные деньги, то есть 50-70 миллионов долларов в одного боксера. В США большие гонорары в основном приносят трансляции поединков на телевидении. Все боксеры стремятся именно вот попасть в когорту, привлечь внимание этих каналов. Однако спортсмены и их менеджеры не получают прибыль с трансляции боев через интернет-порталы. Телевидение требует больших затрат. Естественно, какой-нибудь среднего уровня вечер бокса он не потянет. Увидеть звезд бокса можно только по телеканалам. А вот спортсменов средней квалификации показывают лишь онлайн. Чтобы добиться продвижения, нужно доказать свою перспективность. Юрий Беликов, Гани Калуов, Новости Ревю.